И к другим темам. Александр Уст сегодня подал документы в избирательную комиссию края для участия в выборах губернатора. С ним еще три кандидата – Егор Бондаренко, Александр Лымпио и Иван Серебряков. Каковы шансы, что на губернаторском кресле останется нынешний исполняющий обязанности, смотрите далее. Можно? Здравствуйте. Здравствуйте. В этот волнительный момент Александра Уса не покидает хорошее настроение. Сегодня он подает документы в избирательную комиссию края для участия на выборах губернатора. Его поддерживают кандидаты на должность члена Совета Федерации Андрей Клишас, Юрий Швыдкин и советник губернатора Любовь Елизарьева. Перед тем, как подать документы, пришлось соблюсти немало формальностей. Собрать около 2000 подписей депутатов разных уровней. Он отметил, отдельную избирательную кампанию в классическом ее виде начинать не собирается. Собственно, избирательной кампании у меня нет и, скорее всего, не будет. У меня большой избирательный цикл, почти год, и я должен был доказывать свою готовность исполнять обязанности губернатора, ну, своими реальными, что называется, делами. Очень надеюсь на поддержку своих земляков, красноярцев. Реальные дела и доверие людей – это залог успеха для кандидатов в губернаторы, считают политологи. Тем более, что Александр Уст, как никто другой, знает свой край и является хорошим переговорщиком. Человек, который выстроил гармоничные отношения с основными бизнес-группами, присутствующими в регионе, причем именно с точки зрения интересов края. Человек, который, в общем-то, нашел поддержку не только внутри «Единой России», мы видим, что, скажем, коммунистическая партия Российской Федерации отказалась выдвигать своего кандидата и фактически поддержала кандидатуру Уса. У избиркома есть 10 дней на проверку документов и принятие решения о регистрации кандидата. Сами выборы пройдут уже 9 сентября. Отмечу, вместе с Александром Усом за губернаторское кресло поборются Егор Бондаренко, кандидат от Либерально-демократической партии, Александр Лымпио от партии «Справедливая Россия» и Иван Серебряков от «Патриотов России». Ирина Денисенко, Евгений Иванов, Афонтово. Новости.